Agradecimiento al pueblo de Veracruz. Пользуясь нашим участием в совместной торгово-экономической комиссии 3-4 октября текущего года, мы хотели бы также передать белорусскому народу теплое приветствие от господина президента Республики Никарагуа, господина Даниэля Ортеги, и от вице-президента Никарагуа Росалио Мурильо. Конечно же, результаты нашей торгово-экономической комиссии будут очень ощутимыми. В первую очередь мы увеличим наш совместный товарооборот. Со своей стороны, Никарагуа будет являться своего рода хабом для белорусской продукции на рынок Латинской Америки и, в первую очередь, на рынок Центральной Америки. Хотел бы со своей стороны отметить, что Никарагуа находится между двух океанов, между Тихим океаном и Атлантическим. В этой связи у нас есть три крупных порта. С 1 января 2024 будет функционировать порт, в первую очередь, для наших партнеров из Китая. Также один порт большой для Северной Америки и третий для европейских стран. Я хочу этим сказать то, что для Беларуси у нас есть очень хорошая база, есть очень большие перспективы. Вот как было уже отмечено моим коллегой, уважаемым господином заместителем министра, первоочередное внимание уделяли нашим торгово-экономическим отношениям, в частности, поставка белорусской техники на никарагуанский рынок, инвестициям в самых различных отраслях. Но также мы не ограничились обсуждением только торгово-экономических вопросов, но также мы хотели бы сблизить наши интересы в научно-культурной сфере, академической, развивать также наше сотрудничество в дальнейшем вот во всех возможных направлениях. Мы на самом деле очень впечатлены культурным, научным, научно-техническим развитием Республики Беларусь и больше всего впечатлены показателями экономического развития Республики Беларусь. Также в рамках данной комиссии мы смогли обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества между столицами Беларуси и Никарагуа. Мы уверены, что сближение интересов Минска и Монаго будет способствовать в целом развитию нашего сотрудничества. И в частности, нас интересуют такие направления, как культура, спорт. Это будет в большей степени способствовать объединению наших народов во благо наших народов.